Поем фруктовые хлопья. Ну все. Что? Кто выбросил эту коробку от хлопьев? Она пустая! Кто мусорит? Нет-нет-нет, ее нужно выбросить в мусорное ведро. Хайди! Хайди, да? Ты должна была ее выбросить в мусорное ведро, а не на улицу. Ты так мусоришь. Простите, Дан. Отнеси ее в мусорное ведро. Ладно. Мороженка. Хайди выбросила мусор на пол. Нет, 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 нет. Хайди. Да? Ты должна выбросить мусор в мусорное ведро, а не на пол. Ладно, Седан, прошу прощения. Я сейчас подберу и выброшу в ведро. Ладно. Вот и все. Молодец, Хайди. Хайди, мама попросила тебя убрать в твоей комнате до того, как мы пойдем в парк. Быстрее, быстрее! Я хочу пойти! О, ладно. Пойти в парк. Сделано. В комнате чисто и прибрано. Я готова пойти в парк. Хайди! Почему ты выбросила кожуру от банана на улицу? Мне он не нужен. Это опасно. На нем можно подскользнуться. Прости, Зидан. Я сейчас подберу. Ладно. Куда нужно бросать мусор? Воу! О нет! Кто-то оставил мусор на полу. Его нужно вытянуть в урну. Молодец, Хайди! Ты научилась! Всегда бросайте мусор в мусорные баки. Пока, ребят! Надеюсь, вам понравилось видео. Не забудьте поставить нам большие лайки, поделиться и подписаться. Пока!